Солнце в Чили. Быстро объясняю некоторые вещи в игре Факторио. Как скопировать настройки? Вот у нас много-много фабрик. В каждую фабрику залезать, выбирать, что нужно делать, неудобно. Так, сейчас покажу, как это все сделать проще. Куда убежать-то? Сейчас убегу куда-нибудь. Сюда вот. О, вот здесь. Вот здесь, например, какие-нибудь фабрики. Где у меня здесь фабрики? Вот они. Возьму две штучки. Еще. Вот. Мне нужно в каждой фабрике сделать солнечные панельки. Они долго делаются. 10 секунд. Да. Или паровые турбины. 3 секунды, не. Что-нибудь такое. 4 секунды. А, ладно, солнечные панели. И чтобы производство сделать в каждой фабрике, мне нужно в каждую фабрику залезть, выбрать солнечную панель. Выйти. Залезть, выбрать солнечную панель. Выйти. Это долго. Где подстанция? Подстанцию поставьте. Три фабрики сделал, остальные фабрики не сделал. А времени прошло уже 100 лет. Нужно быстро работать. Я зажимаю клавишу Shift на клавиатуре и нажимаю правую кнопочку мышки. Нажал. Теперь я перемещаюсь к другой фабрике и опять зажимаю клавишу Shift. И что мы смотрим? Опа! Мы видим зеленую рамочку вокруг той фабрики, настройки которой мы скопировали. И теперь я держу мизинчиком клавишу Shift на клавиатуре и мышкой нажимаю все остальные фабрики. Раз, раз. Раз, раз, раз. Все. Настройки скопировал. Настройки можно копировать для всего. Не только для фабрик. Но и для, например, для инзертеров. Где у меня инзертеры? Манипуляторы. Манипуляторы. Манипулятор. А что мы можем в настройках поменять-то? Да хоть это. Вот, логистическая. Например, работать, когда, например, дадим ему задачу, когда дерево больше 100. Больше 1000. Вот, он зелененький. Он будет работать. Поставим робопорт. А, не надо. Ну и то же самое, Shift нажимаем и правой кнопочкой мышки. Раз. И теперь наводим мышку на другой инзертер. Оп, этот зеленеет. Настройки этого инзертера мы будем копировать. Оп. И все будет у нас быстренько работать. Все, настройки скопировали. Так, этот пункт прошли. Теперь маленький лайфхак. А как посчитать количество инзертеров, которые я поставил? Показываю. Нажимаю клавишу. А какая у нас была клавиша? Чертежи. Клавиша B на клавиатуре. Открываю. Красненький квадратик. Это планировщик деконструкции. Деконструктор. И просто я веду мышкой. Провел мышкой на все инзертеры. И в правом нижнем углу мы видим количество инзертеров. 23. Я не отпускаю клавиши мышки. Аккуратненько обратно все это. А, хотя просто Escape нажимаю на клавиатуре. Ой, нет. Как это сделать? Оп. Не надо? О.
Ну, в общем, таким образом удалил я плитку только. Чтобы удалить плитку, нужно вот этот красный квадратик провести по плитке. И тогда она будет удаляться роботами. Если мы захватим какой-либо объект, плитка не будет удаляться. Будут удаляться только объекты. Ну, а так плитка удаляется. Есть очень интересная тема, которая называется резервирование объектов. Так, это я удалю, мне это не надо. О, 5 рабопортов. 5 рабопортов. Территория охватываемая 89 на 89 квадратов. И 125 роботов у меня могут действовать. Так, это мне не нужно, это я уберу. О, это тоже мне не нужно. Вот так вот. Это мне не нужно ничего. Так, это все лишнее. Как оно тут оказалось? Непонятно. Что-то удалял. Не помню, давно не играл. Что-то мне звери ломают. Что они ломают? Что-то ломают. Роботов ломают. Ай-яй-яй. Это, видимо, робот летает отсюда. Вот отсюда, вот сюда. Летает робот. А жуки его убивают. Нехорошо. Надо поставить что-нибудь. Такое, этакое. Для защиты робота. Вот они летают, роботы. Летают. И радар надо поставить. Радар. Где радар? Вот он. Сюда вот. Все. Роботы все это поставят. Вот. Артиллерия стреляет. Ну, роботы все это поставят и убьют всех жуков. В общем. Так, возвращаюсь к моим баранам. Так, роботы работают? Роботы работают. Как-то все медленно. Во время видеозаписи игра очень медленно работает. У меня раза в два медленнее, чем в реальном режиме. Чем когда я не записываю. Так. Есть интересная тема. Называется резервирование конвейера. Ставлю конвейер. А это что? Это зачем мне? Скалы. Скалы надо удалить. Так. Не нужны мне скалы. Мешают только. Ох. Динамит... такой. Не причиняет ущерба ничему, кроме скал. Только скалы разрушаются. Резервирование конвейера. Сундучок надо поставить. Красненький. Инзертер. С инзертером что делаем? Единичку поставим. Пусть по одной штучке перемещает. Сюда засунем что-нибудь. И рельсы. И фабрики. Фабрики не нужны. Ну и уголь. Поставим что-нибудь электрическое сюда. Не работает. Поставим еще что-нибудь электрическое. Работает. Вот мы видим инзертер, манипулятор, предметы переставляет только на одну часть конвейера. Это дальняя часть конвейера. Угу.
Вот в данном случае. В данном случае. Когда конвейер перпендикулярен инзертеру. Поменяем. Давайте все поменяем. Поменяем. Как поменять-то ситуацию? Поменяем направление конвейера сейчас. Интересно, как это сделать быстренько-то? А вот так. Новый чертеж создаю. Пум-пум-пум. Вот так. Мы его скопировали, чертежик. Скопировали. Это мы повернем пока в сторону. Это мы удалим. Где у меня удалятель? По чуть-чуть удалять буду сейчас. Так, по чуть-чуть. Сейчас эти конвейеры я удалю лишние. Это был дальний край конвейера, правый. Инзертер ориентируется не дальность конвейера, а направление движения конвейера. То есть сейчас инзертер клал предметы на правую сторону конвейера. Где у меня этот... Вот он, конвейер этот. Поменяем направление конвейера. Не меняется. Не меняется. Ладно, по-другому. Вот так поменяем. Вот так вот. Я зажимаю Shift и клавишу R нажимаю. И конвейер поворачивается налево, против часовой стрелки. Так, повернем. Промазал. Вот так вот. Так, это лишнее. Ну, включаем конвейер, смотрим. Сейчас он будет опять на дальний, да, класть? Угу. Значит, при движении конвейера, если конвейер движется перпендикулярно инзертеру, он кладет всегда на дальний край конвейера предметы. Всегда. Независимо от того, в какую сторону движется конвейер. Что туда мы еще хотели засунуть? Вот это. Вот это. Вот. Снимайте друга. А где у меня другие инзертеры? Мне нужен другой инзертер, еще один. Ну ладно. Возьму отсюда. Где он? Вот. Так, с этим понятно. Теперь другая тема. Конвейер будет двигаться в ту сторону. Вот так. Что же будет? Так. А будет вот что. Конвейер будет класть предметы на правую часть конвейера. На правую часть. А теперь развернем конвейер в другую сторону. Вот таким образом. Оп. Оп. Вот. Вот. Тоже уже инзертер ориентируется на направление конвейера, то есть он уже на правую часть по ходу движения конвейера кладет предметы. На правую часть. То есть верхняя часть. А если сюда, в эту сторону, то нижняя часть конвейера будет тут сверху, а тут снизу. Вот какая особенность. Это было все, что я хотел.
показать с инзертерами. Но кроме инзертеров есть еще такая вещь, как соединение конвейеров. А, давайте я инзертер все равно поставлю. Инзертер нам все равно нужен. Вот, инзертер кладет предмет, кладет предметы. И предметы едут, 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 едут. Так, это мне не надо, это мне не надо. Так. Так, этот конвейер сюда. А что же делать дальше? Что же делать дальше? Да так будет. Так, вот. Едет все. Дайте мне стейк инзертера уже. Неудобно. Где стейк инзертер? Вот. Робопорт поставьте. Робопорт стоит. Сейчас принесут мне стейк инзертера для удобства. Так. На чем я остановился? Значит, соединение конвертеров. Соединение конвертеров. Вот у меня конвертер. Конвейер. Не конвертер, а конвейер. Вот я поставлю еще один конвейер вот здесь вот. Вот. Так. Что будет происходить? Ну, это предсказуемо. И просто. Это пока простой пример. Так. Так, скопировали настройки. Сюда какие предметы мы кинем? Да, все. Все лишнее. Ой, нет. Не это. Вот это. И вот это. Нет, это тоже нет. Чтоб туда скинуть лишнее. Пить. Ту. Динамит не нужен. Труба мне не нужны, точно. Такой сундук мне не нужен. Так, ну все, лишнее поскидывал. Все работает. Что будет происходить? Вот они все предметы попадают на эту часть конвейера здесь. Не на дальнюю, а на ближнюю. Такая вещь. При этом, если вот этот конвейер, который слева, заполнен вот таким образом, как здесь, то предметы с этого конвейера не будут попадать сюда. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот. Конвейер полный. Если мы это повернем сюда, в эту сторону. Накосячил. Так. Предметы сюда не будут попадать. Они будут накапливаться на этом конвейере. Такая особенность. Ну что же, как это обойти? Ставим подземный конвейер. Оп. Вот. И предметы будут падать, попадать на эту половину конвейера. Ну, мне принесли уже то, что я хотел. Где они? Нет еще. Еще один надо поставить. Робопорт. Так. Пу-пу-пум. Вот, заполнение конвейеров происходит таким образом. Еще одна особенность. Еще я хочу кое-что показать, продемонстрировать. Это я все сломаю. Сломаю. А, есть такая особенность. Вот такие конвейеры есть. Подземные. Вот. Поехал. Сюда приехал. Что мы наблюдаем? А сейчас мы понаблюдаем? Куда будут падать предметы? Никуда. Они не поедут никуда.
Здесь ничего нет. Предметы сюда, на этот конвейер, не попадают, потому что они с правой стороны конвейера. Но если мы эту ситуацию поменяем, то предметы будут падать куда надо. Сейчас я это продемонстрирую. Так, сейчас пройду конвейер вот так, вот так. Как обмануть? Так. 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 Пум-пум-пум-пум. Вот так мы это все обманем. Пум-пум-пум. Вот, предметы будут падать. Вот сюда. Видно? Не видно. Сейчас более наглядно покажу, как это все происходит. Вот так вот. Вот. Так. Вот. Теперь мы видим, как это происходит. Вот, это я демонстрирую, как и куда они летят, куда они едут, вот сюда. Ну, где у меня уже? Давай ты сюда иди, а ты, так, появились у меня руки-то, вот они, зеленые руки, наконец-то. Пум, пум, пум. Вот, зеленые руки, это у меня супер мощные. 12 предметов сразу хватают. Манипуляторы. Вот, конвейеры едут. Конвейеры, предметы едут. Вот, предметы, которые попадают. Так, это я соберу. Чтобы было видно. Предметы, которые попадают на левую часть конвейера, они попадают на подземный конвейер. И еду дальше. Вот они. Вот они поехали. Под землю. Вот такая особенность. Собственно, это, видимо, все. А, ну и как это увидеть на примере-то? Вот есть у меня одно место, я помню, где у меня очень ярко это проявляется. Такое вот использование. Где у меня железная дорога-то? Где-то там. Сейчас найду железную дорогу. Дает до того места. Пешком тоже, в общем, могу добежать. Но у меня есть железная дорога. Я уж ею похвастаюсь еще раз. Мощная-мощная железная дорога. Большущая. Ту. Моя пассажирская железнодорожная станция где-то тут недалеко. Поезда стоят. Так. Вот моя железнодорожная станция. Как она называется-то? Ну, у нее сложное название, где мои поезда пассажирские. Вот, это мой пассажирский поезд. Сейчас я ему прикажу ехать ко мне. Название станции, главное, не забыть. Вот это название станции. А вот и мой поезд. А, он был недалеко. Сажусь в поезд. Теперь я нажимаю на поезд мышкой. И покажу ему название станции, куда поеду. Это будет... И Куал, Куал. Пикуал. Пикуал. Сурс. А, вот. Вот это вот. Поехали. Давно я на поезде не катался, покатаюсь. Пробка. И долго он тут будет стоять? Застрял поезд на светофоре. Ай-яй-яй. Как неудобно. Что едет? Какие поезда у меня едут? А, вот этот поезд едет. На станцию. На свою железнодорожную. Проедет? Сейчас. И, может быть, мой поезд тронется. Если у меня ошибок нет в железной дороге. Сейчас мы посмотрим. Где он? А, вот.
сейчас уедет, и мой поезд тронется вот скоро. Освобождается часть железной дороги. Сейчас он пока еще не уехал. Просто когда другой поезд загораживает собой общий участок пути, все остальные поезда стоят. Есть такой минус. Ну ничего, немножко постоим. Поезда все-таки пока не так часто ездят у меня. Наполняются по 10 вагонов. Грузовые поезда. Во-во-во. Сейчас это критическая точка. Сейчас он свернет. Свернул. И сейчас я тронусь. Если ошибки нет в железной дороге. Ну, видимо, в железной дороге есть ошибка. Потому что я никуда не поехал. Угу. Или другой поезд поехал. Еще поезда едут какие-нибудь. Так, вот этот поезд застрял у меня. К углю. Что еще у меня тут едет? А, вот еще. А, этот поезд я уже знаю. А, вот еще поезд. Вот этот поезд. Но он уже уехал. Ошибка в железной дороге. Ошибка в железной дороге. Вот как ее сейчас искать? Сначала я отключу автоматическую, чтобы он не уехал без меня. Так, как найти ошибку в железной дороге? Где-то здесь ошибка у меня вот в этом месте. Вот. Поезд не хочет ехать. Застрял. Ну, вот те раз. И этот поезд застрял. Этот куда едет? Железная станция. Ну, и этот из железной станции. Так, этот что, не может ехать? Посмотрим. Вот моя железная станция, которая принимает уголь, вот здесь находится. Так, это мне. А, ну тут поезд просто. Тут стоит уже поезд. Станция занята. Тут у меня два поезда. Ладно, а здесь что за проблема у этого поезда? В общем, у меня пробка, потому что много стало поездов. Много получилось поездов. Так, этот на у меня первую приемную станцию. Так, тут у меня... Что происходит? Ну, правильно, на ней уже... Два поезда туда хотят приехать. И в данный момент на этой станции нет, я не вижу ни одного поезда. На нем нет поездов. Угу. О. И тут поезд застрял у меня. Ай-яй-яй. Угу. Во проблемка. А. Так, этот... Два поезда у меня к железнодорожной станции хотят приехать. И один хочет уехать. С нее. Вот этот. Вот он. Посмотрим на него. И не едет. Не едет. Ладно. Я, в общем-то, знаю, как решить эту проблемку. Железная дорога есть у меня? А, я выкинул все рельсы. Помогите. Взять надо рельсы. 1000. Так. Светофоры есть. Сейчас мне принесут. Подождем немножко. Сейчас мне принесут. Робопорт для удобства. Давайте, несите. Так, но пока они несут мне железную дорогу, рельсы, я сделаю обходной путь. Не впервой. Так, как бы его сделать-то? Ну, отсюда. Чё, тут есть возможность. Почему нет-то? Раз. И так вот. Здесь.
Раз, раз, раз. Не получается. Вот так. Так, этот светофор я удалю. Ну, проблемка какая. Оп. Не получилось. Еще разок. А, я знаю, что делать. Так. Ага. Ага. Вот так надо. Нет. Вот так вот. А потом я лишнюю удалю. О! Попало! Все. Есть совпадение. Good match. Так, лишнее убираю. Пум-пум-пум. Главное, лишнее сейчас не удалите. Оп. Так. Вот, лишнее удалил. Шпал нету нигде. Ограничительных. Все, оставим светофорчики. Я везде, я ставлю везде вот эти цепные светофоры. Отличная вещь. Так. Ту-тун. Тун-тун. Тун-тун. Так, здесь есть. Так. Здесь, на этом перекрестке я везде светофоры поставил. Больше не надо. Так, здесь светофоры есть у меня. Какие надо. Ну чё, чё, куда, куда? Обратно. А я бегаю из стороны в сторону. Роботы не знают транспортные. Куда за мной бежать? Пум-пум-пум. Ай, опять взрываем. Опять взрываем. Так, это что за железная дорога? Эй! Сейчас посмотрим на результат. Что получится. Эй, так, сюда. 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 Светофорчики. Эй, где светофоры? Вот они. Вот это здесь, вот это здесь. Вот это здесь. Вот, минимальное количество светофоров. Ну, можно сюда поставить. Не знаю зачем. Он мигает. Значит, нельзя. Если светофор мигает, значит, его нельзя ставить. Либо чего-то не хватает. Все, железная дорога готова. Должен поезд уже ехать какой-нибудь, куда-нибудь. Я построил обходной путь. Какой-то поезд должен сейчас тронуться с места, который застрял. Сейчас посмотрим, какой едет. Вот это должен поехать уже. Сейчас он пересчитает маршрут. Должен будет ехать. Ну, чё не едешь-то? Пустой же. Вообще, где станция Тимбэйн? Тимбэйн, где станция Тимбэйн? Ну. Так, а как мне переместиться на станцию Тимбэйн? Искать ее что ли? Попробуем найти. У меня этих станций миллион. Проблемка. А вот так? Где-то вроде бы на юге. Я что-то строил. Сейчас посмотрим быстренько. А может быть на севере? Тимбэйн, Тимбэйн. Сейчас посмотрим. Где она? Где станция? Так, не это, не это. Угу. Где же у меня эта станция? Радар. А, вот она. Вот она.
Тимбайн. Вот поезд едет сюда. И не едет. Не может приехать. Так. Смотрю маршрут теперь. Что у нас на пути отсюда? К нашему поезду. Здесь вроде чистые пути. Так, он поедет здесь, здесь. Все чисто. Все чисто. Так, здесь поедет, здесь поедет, здесь поедет. Где у меня обходная железная дорога? Вот же обходная железная дорога. Должен поехать. Обходная я построил. А! Нет, не построил, вот же. Надо теперь здесь построить, вот. Вот этот поезд нам мешает. Надо обходную построить где-то вот отсюда, вот сюда. И конвейер надо будет немножко скорректировать. Ну что же. Поехали. О, нет. Не так. Ту-ту-тум. О. Ага, у меня закончились рельсы. Надо дать роботам принести мне рельсы. Роботы, давайте, внесите мне рельсы. Жду. Очень жду. Давайте. Сейчас роботы принесут мне рельсы. 1000 штучек должно хватить. А я отойду на 2 секундочки. Ну что там, рельсы привезли мне, нет? Сейчас я проверю. Сахар не поднимаю, сахар. Сахар. О, летят, летят роботы. Мои транспортные роботы логистические тащат мне железную дорогу, мои рельсы. Ну, 1000 это очень много. 1000 рельс дадут возможность построить очень длинную железную дорогу. Эй, сколько осталось? Смотрим. Осталось 163. 163. Сейчас осталось уже 120. Тащит. Один робот у меня может нести сразу... Где тут написано? 4 предмета здесь у меня написано в табличке. Зрителю будет не видно, наверное. Потому что я уменьшил качество записи. Маленькие цифры не видны. О, еще и автосохранение. Угу. Все-таки автосохранение нельзя отключать, потому что все-таки можно случайно умереть, жук может убить как-то. Так, нельзя забывать, что микрофон должен быть возле рта. А то звук плохо записывается. Мой голос плохо записывается, если микрофон не возле рта. Так,
Все, железную дорогу мне принесли. Бегу-бегу. Куда я бегу-то? Где у меня недоделанная железная дорога? О. А, вот это. Так, это так. Надо сделать. Это так обязательно. У-ху! Так вот. Такая путаница должна получиться. О, светофорчики не забыть. Где у меня не стоят светофоры? Нигде не стоят. Поставим. Так, тут стоят, тут стоят, тут стоят. Вот такая конфигурация. Ну и тут. Так, этого достаточно. Так, железная дорога куда-то пойдет у меня. Вот здесь. Так, конвейеры я удалю просто. Просто удалю. Так. А, не нужны они. Так, железная дорога теперь пошла. Опа. Все, состыковка готова. Опять светофорчики не забываем. Цепные. Тут есть. Все. Компенсируем поврежденный конвейер. Поворачиваем. Ой, меня сейчас поезд может передавить, я этого не учел. Сейчас, если поезд поедет, меня передавит. О, ага, уже сигнализация. Желтенький, желтенький сгорелся, красненький сгорелся, светофоры заработали, поезд поехал. Сейчас мы его увидим. Сейчас мы его увидим. Так, это в ту сторону. Это в ту сторону. Ну, поезд, ехай. Я же не зря железную дорогу поставил. Ну, где поезд? Поезд, ехай. Едет поезд, как замечательно. Пробку мы расчистили. Покатаемся. Покатаемся. Пу, поехали. Ну и остальные поезда тоже поехали. Потому что теперь место свободное. Ну, так. Так, эти поезда уже никуда не поедут. А. Да. Этот поезд конкретно встрял. Так. Его тоже надо как-то сдвинуть с места. Я знаю уже как. Придется еще достроить немножко железную дорогу. Так. Отключим автоматику. Отключили. Задний ход чуть-чуть. Сейчас я дорисую рельсы просто. Задний ход очень тяжело едет. Поезд прям со скрипом трогается с места. А, ну все, хватит. Приехали. Так. Пока он у меня в автоматическом режиме. Продлю дорожку. Вот так вот. Железную дорогу я продолжаю. Вообще, моя цель была поменьше железной дороги. А здесь нельзя. Конвейер не пройдет. Так, это здесь будет. Пум-пум-пум. Конвейер мы удалим. Пум-пум-пум. Пошли дальше. Пум. Ну, где у меня стык? Стык. Ой. Тут будет состыковка. Простите, опять забыл. Так, ну и сюда состыковка тоже важна. Так. Светофор лишний. Уберем. Не состыковка. Нельзя. Мы вот так сделаем. Оп. Оп. Это не получается. Так, уменьшим. Опять неправильно. Что ты будешь делать? Как? А-а-а.
Ага, знаю как. Вот так. Вот так, вот так. Потом вот так. Ой, наломал дров. Ой, наломал дров. Не получается ничего. Что ты будешь делать? Ну, вот так придется. Ерунда получается. Ладно, сейчас исправим. Сейчас все лишнее удалю. О, а это как? Так, лишнее, ага. Сейчас все лишнее уберу. Посмотрим, что получится. Так, 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 так. Удаляем, удаляем, удаляем. Так. Так, здесь четко. Ну все, вроде. Шпал нет лишних. Шпал лишних нет. Так, а это у меня... так, это лишнее было. Так, шпалы удаляем лишнее. Шпал не должно быть. И эти шпалы тоже надо убрать. Вот, шпалы убрал, рельс чистый. Поезд теперь сможет проехать. Так. Светофоры. Добавим. Еще не знаю, все ли правильно. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Не мигает? Светофор не мигает, уже хорошо. Так, тут до перекрестка мы поставим светофорчик. Светофорчик. Так, тут важно не ошибиться нигде. Светофорчик, светофорчик. Вот тут. Ой, куча светофоров, куча светофоров. Так, красный. Так, не моргает нигде. Тут что? Тут нормально все. Тут все нормально. Сейчас тут проверь. Так. Все, вроде. Нормально. Тут проедет. Тут проедет. Ладно, поставим здесь. Проедет. Все. Все, должно все получиться. Ох, ой, навертел, накрутил. Так, конвейер поправим. Опять подземный сделаем конвейер. Вот в эту сторону. Все, конвейер есть. Железная дорога есть. Так, сяду в поезд. Прокатимся. Возвращаем автоматический режим. Поехал, конечно. Куда? Никуда не поехал, что ли? И почему? А, другой поезд, что ли? Там уже. Этот куда у меня? На какую станцию? Iron Source. Короче, на первую разгрузочную станцию. Так, кто у меня там? А, один поезд там уже есть. Уже приехал. Значит, я сделал лишнюю железную дорогу. Ну и ладно. Пригодится потом. То есть тут там, куда я этот поезд хотел, вот эти рельсы построил, просто он не ехал. Вторая причина этого, что он туда не ехал, была то, что там уже другой поезд есть. Так. Так, тут у меня какой светофор? Вот такой. Ну, сюда я поставлю, ладно, поставлю я сюда. Не цепной светофор. А вот такой. Как он называется? Просто светофор. Сейчас врежется. Ну ладно. Не врезался. Так, и здесь тоже светофорчик поставлю. Не цепной. А! Это я ошибся. Ошибся, 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 ошибся. Все перепутал. Так, вот так. Сюда его надо было ставить. Сюда. Или нет. Или не сюда. Или сюда, или не сюда. Так. Здесь он у меня есть. Вот такой. Нецепной. Светофор. А здесь где у меня такой светофор? Его надо поставить. Здесь какой? Цепной.
И здесь цепной. А вот это неправильно. И здесь цепной. Все. Сейчас мы эту ошибочку исправим. Сейчас я поставлю простой светофор. В каком месте сейчас подумаем. Сейчас посмотрим. Так. Вот на этом участке. Поезд стоит. Стоит поезд. Ну, пожалуй, здесь. Чё такое? Инвентарь полный. Чудо какое. Мне железная руда не нужна. Пусть работают роботы. Так. Светофорчик. Все. Ошибки железной дороги. О, это железная руда поехала. Так. Поезд с железной рудой поехал. На другую разгрузочную станцию поехал. Вот он. Вот он едет на другую. У меня две разгрузочных станции с железной рудой. Возвращаемся к моему пассажирскому поезду. Где он? Где я его оставил? Где-то там. Где-то тут. Где-то здесь. Недалеко. Да, музычка хорошая здесь. В игре. Так, где мой железнодорожный поезд? Пассажирский. Где мой пассажирский поезд? Покажите. Потерял. Я потерял мой пассажирский поезд. Это где-то вон. А, вспомнил. Он совсем рядом, вот здесь. Ну теперь-то я доеду до своей станции. Включаю автоматический режим. Поехали! Наконец-то! По обходным путям поехал. Ну ладно. Ну все. Вот, я исправил огрехи железной дороги сейчас. То, что добавил лишние поезда там кое-где. Ну и все встало. Зачем я сюда приехал? Не, мне не сюда надо было. Перепутал название станции. Вот. Ну, роботы хоть меня достали. Так. Они не успеют. Сейчас я быстрее буду. Так. Пикол. Пикол. Ужас, неправильно. Пи... Ты как станция называлась? Я уже забыл. Пи... Пион... А, вот! Вот это! Вот сюда я поехал. Я еще название станции перепутал. Поехали, давай! Теперь поезд едет. Куда надо. Вот эту игру, эту карту я начинал играть, когда я ничего не знал о железной дороге. О том, как ее строить, как ставить светофоры, какие ставить светофоры. Я этого не понимал. Сейчас мне кажется, что я это понимаю. И смогу ответить на любой вопрос. Почему что-то где-то не работает, как-то не работает. Итак, я хотел показать последнее, что в этой записи, в этом видео. Как все-таки применить резервирование вот этого конвейера. А так, что на один конвейер можно размещать два товара сразу. Вот здесь. Вот у меня производство чего-то. Вот. Это крылья роботов транспортных здесь производится. Вот на этом конвейере у меня сразу и электродвигатели, и батарейки попадают в фабрику. Это удобно. То есть на одном конвейере сразу все. То есть количество конвейеров не такое большое. И другой пример я тут сделал. Снаряды делал я. Порох. Порох я делал где-то здесь. У меня взрывчатка. Где-то здесь. А, вот здесь. Вот. Вот на этом конвейере у меня и железо, и медь.
Медные пластины, железные пластины. Идут, идут, идут сюда вот. Сюда, сюда вот. Сюда, вот, сюда, сюда, сюда. В эту фа... Вот в эту фабрику. Вот. Производство батареек. То есть конвейер берет и железо, и железную пластину, и медную пластину. Сразу. Ну и где у меня снаряды делаются? А, вот здесь тоже на двойном конвейере. То есть на конвейере уголь и сера. Производство взрывчатки. Здесь. А где снаряды? Снаряды, снаряды. Снаряды артиллерийские. Так, а вот как неудобно, если у нас не резервируется конвейер. Вот. Вот здесь. Вот у меня отдельный конвейер для угля, отдельный конвейер для серы. И вот, подводя отдельные конвейеры к фабрике, получилась громоздкая очень конструкция. Вот такая. Очень громоздко получилось. Потому что конвейеры были отдельные для серы и отдельные для угля. И вот снаряды у меня готовятся. Вот у меня на одном конвейере, по одному конвейеру едет сталь и пластик. И все, все как надо получается. И вот эти производства снарядов артиллерийских у меня происходит. Вот лента едет, едет. Сюда едет, сюда едет. Приехала. Вот. Пластик попал, сталь попала. И получился разрывной снаряд артиллерийский. Вот разгружаются они, вот они у меня едут, артиллерийские снаряды. Куда они едут, куда они едут, сейчас мы посмотрим. Куда-то сюда, сюда. Это у меня запасные в сундуке. Куда они едут? О, как все сложно! Вот, теперь у меня конвейер полностью забит. Две стороны конвейера забиты артиллерийскими снарядами разрывными. А здесь производятся другие артиллерийские снаряды. Вот эти красные артиллерийские снаряды для танка. Это орудийные снаряды. А эти снаряды такие для артиллерии. И для поезда артиллерийского, и для артиллерии. Большой урон, большой взрыв. Показать, что ли? Ну, сейчас один раз бабахну куда-нибудь. Один раз. В какое-нибудь место. Вот сюда. В жуков. Покажу, какой урон наносит. Один снаряд. Нажал. Смотрим. Сейчас все жуки будут в панике убегать. Летит снаряд, летит снаряд. Так. Орудие сделало, выполнило наведение. Повернулось и выстрелило. Пу! Гнезда. Гнезда были готовы. Разрушены. Раздавлены. А жуки собрались в кучу и сейчас побегут мстить. Но только у них ничего не получится. Сейчас они соберутся кучей и будут нападать. Ага, вот она. Возмездие. Revenge. 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 А у меня тут пушки лазерные. Мне ничего не страшно. Ну, какое-то старое укрепление у меня здесь. Вот строительный робот у меня чинит пушку. А, неужели? Не, все нормально. Без потерь для меня. Для меня без потери. Вот такую кучу жуков я победил. Вот в этом месте. А, это то самое. Что это за место такое? Вот так. Ладно. Все, хватит. Люблю, конечно, записывать, люблю играть. Но пора отдыхать. Сохраняюсь и останавливаю запись. Сави-гами. Сави-гами. Сави. Куидгами. Сейчас будет меню. Ну вот здесь я нажимаю остановку записи. Раз, два, три.